я езжу домой 5-6 раз в день по этой дороге, и она мне очень нравится. Есть мелкие недочеты, действительно, там вот в районе гостиницы «Заря» лужи небольшие там. Но я, насколько понимаю, подрядчик еще эти моменты устранит. Есть, везде есть какие-то недостатки, везде. Но подрядчик это устранит. Все, вопросов, у меня лично вопросов здесь нет.